Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Влад, и я продолжаю играть в Alien Isolation. Мы находимся в самом ужасном месте, которое может быть вообще в этой игре. Мы находимся в гнезде чужих. И если честно, мне очень страшно сейчас. Нам нужно уничтожить это гнездо, но, господи боже мой, как это сделать, когда здесь, возможно, миллиард просто этих тварей? Ну, это, конечно, я загнул, но сотня точно. Лицехваты. Вот это меня очень-очень-очень-очень печалит. Так, раз. Два неоткрытых яйца. Давайте сожжем. Чтобы они вообще больше никогда не просыпались. Ой, что? Я пострадал от огня? Нет? Ладно, что нам тут нужно сделать? Перезагрузить ядро альфа. Включить кабель альфа. Так, вроде пока никакого движения нету, поэтому все хорошо. Что здесь нужно сделать? Включить интерфейс кабеля. Фух, она поможет мне. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бедняга. Все эти бедняги... Я, кстати, давно уже не играл в игрушку. Потому что тупо не было времени у меня. И спустя сколько, наверное, недели две... Так, надеюсь, я все сделал правильно. Перезагрузить ядро бета. А оно находится у нас очень далеко, блин. Японский городовой. Вы только посмотрите, я же... Просто разбудил их, по-моему, да? Везде движение. Просто хана. Ребят, мы... Мы разбудили демона. Связь пропадает. Плохо дело. Ой, вон она. Ну все, с почином вас поздравляю. Чужой вернулся. Ух, и причем не в количестве одной штуки. Их тут до хрена бродит. Так, я думаю, можно сохраниться, наверное. Да? Чтобы нам уже... быть наготове. И мы пойдем в ядро бета. Так, я так думаю, вот здесь дверь была закрыта. Нужно быть очень аккуратными здесь, невероятно просто аккуратными, потому что так. Я думаю, впереди тупик будет. Нам надо, наверное, вот, вот в это вот... как? Канал? Пролезть, да? Ну, на самом деле, походу, да. Угу. Фух, слизь везде. Ё-моё. Кстати, да. Надо не забывать, что слизь, это же они, господи. Нет, датчик вообще свихнулся, ему на него полагаться смысла нет вообще. У нас, кстати, здесь ящики есть и всякие кровати. Нет, здесь можно прятаться.
Так, парень, тебе это уже больше не пригодится явно. Вот это плохо. Вентиляция. Они могут там быть. Вот эти вот капельки у меня... Ой. Так. Японский городовой. Нафиг. Здесь я чувствую себя в безопасности. Это вообще мое логово будет. Так, он где-то здесь. Фух, на датчик полагаться нельзя. Нужно как-то полагаться на слух, на свой. А в наушниках, друзья, одевайте наушники, если вы еще не сделали этого, потому что кайф, наверное, надо получать от этого. Ой, мне почему-то сейчас стало так страшно. Но я же вроде прошел уже большую часть игры. Он где-то здесь лазит. Так, куда? Куда? Капец, вентиляция. Я хз. Тихо. Ага, вот она, вот она. Он здесь? Как это делать-то? Пофиг вообще. Раз, два. Он уполз. Давай, 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 давай. Сохранено, отлично. Так. Я валю. Фух. И вы представляете, да? Он здесь ходит. Выпрыгивает опять. И нам нужно сейчас опять по-любому какую-нибудь клавиатуру включить. Потом с двух сторон щиток еще. Нет, я понимаю, конечно, у нас... Ладно, датчик вообще засвихнулся. Я понимаю, что у нас есть огнемет. У нас есть сохранение. Ладно. Так. Так, нет. Да вы... Вы издеваетесь, да? Нет энергии. Как же вы меня бесите. Вы такие мудаки. Дать энергию. Я в шоке. Я не знаю, дать энергию это вроде как за углом. Но эта тварь же здесь где-то. Где? Да где дать энергию? Я что-то не пойму. Чего-то я недопонимаю. Походу. О! Вот чего. Приползла тварь. Хорошо. Значит, даже чуть-чуть краешком выступая. Твою мать, я испугался. Пошла. Ой, блин, огнемет трачу попусту. А это, кстати, у нас что? Это... О, ой-ой-ой, какая хорошая лазеечка. Ну, конечно, не совсем хорошая. Угу. Вот она. Ну чё, родная?
Я тебя долго ждал. Я ждал, что ты вернешься. Сволочара. Хорошо. Хорошо, в смысле, очень плохо все. Куда нам идти, я не пойму. Дать энергию. Куда? Неужели возвращаться, дать энергию к центральному? Другой этаж? Нет, другого этажа тут нету, вроде как. Я опять тёнку выпрыгнул. Да сдохни уже. Как его избежать, вот скажите мне. Дайте энергию. Да какую энергию? Я же только что. Я же только что включал ядро А. Так, топливо для огнемета. Я все старался его как-то выхватить. Матерился, а? Походу, да, да? Было дело. Ау. Здравствуй. Так, что можно было смотреть? А, вот этого типа. Ой, я даже не заметил. Какая гадость, а? Так, ну вроде как мы его спугнули, но... Ребят, я не хочу. Он вылез опять. По-моему, он меня загнал в тупик. Я не знаю, куда идти. И не хочу исследовать. Оп, вон он. Ага. Вон она. Родная. Если в прошлый раз здесь был тупик, то куда идти сейчас... Черт его знает. Но надо каким-то методом экспериментальным все это делать. Вон она. Сволочь, да вали ты уже отсюда. Тихо, тихо. Вон она. Ребят, уникальные просто кадры. Убежал вроде. Нифига подобного. А, вот. Вот-вот, да, фух. Я нашел его. Я нашел этот проход. Господи. Помоги мне. Так, у нас вроде как тут все безопасно, нет? Давай. Восстанавливай эту подачу энергии. Так, пока тут все спокойно, можно как-то обшарить, что ли. А, мне на удивление ничего не надо. Давайте сейчас все-таки проверим, а? Может, что-нибудь соберем? Так, тут все есть. Генератор звука нам не нужно. СВУ. Вот СВУ я бы с радостью создал. Потому что бомба, как бы там ни было, она все равно может пригодиться. Так, ну и аптечку на всякий. Я даже ее сейчас... А, не-не-не-не-не. Ее использовать не надо. Так, болтер. Фух, огнемет родной. Живи, пожалуйста.
Живи. Только, пожалуйста, прошу тебя. Вон она, эта тварь. Все-таки какая атмосферная игра, а? Давай, 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 родная. Ты справишься. Давай же, давай. Молодец. Так, его нету? Давай, я уже знаю, что тут нажимать. Ой-ой-ой, не зря ли я сделал это, а? Вернуться к реактору? Да вы гоните. Не, ну я валю. Однозначно. Черт возьми. Сюда? Нет? Нет, нет, нет. Однозначно нет. Там тупик был. Канализация. Давай, давай, давай. Лицехваты просто везде. Ой, боже мой, смотрите, там вернуться к реактору. Ой-ё. Сейчас смотрите, их тут, наверное, дофигища будет, да? Я валю, ребят. Я бы вот эту штуку еще схватил бы. Все. Фух. Нифига себе, прикиньте, там датчик вообще просто чуть ли аккумуляторы не выпрыгнули из... Короче, вы поняли. Ой, настрадался, конечно, я. Такое... Мурашки по коже и дрожь по телу всему. Я могу уничтожить гнездо. Слушай, может, на сегодня тебе хватит риска? Включу все ядра, перегружу их и включу продувку реактора. Тогда внутри все превратится в пепел. Я не пытаюсь тебе говорить, просто не хочу, чтобы ты сама погибла. Капец. Механизм аварийного сброса излишков энергии. В каждой башне есть блоки конденсаторов. Они эту энергию принимают. Если я их отсоединю, включу продукты системы, гнездо превратится в пепел. Я вообще не понял, что ты сказала. Короче, держись за что-нибудь. Я тоже не понял. Так. Так, пройдемте со мной, мне там уже говорят. Так, раз ядро, два ядро. Надеюсь, тут не будет никаких этих чужих, и... потому что мне уже хватило этого. Так. Где, где? Вот здесь? Так, отлично. Ой-ё, сколько ребят-то хороших. Раз. Один готов, надо еще убрать парочку. Давай, давай. Ой-ё, тупое создание. Ой-ё. Ё-моё, всё, мне хана. Беги быстрее, Рипли. Я просто идиот. Там двое еще. У меня болтеров хватит. Хоть бы их потом не было. Этих уродов. Как они здесь оказались-то? Вы вообще... Все. Готов. Так, а куда я иду-то? Мне не сюда надо вообще. Подождите-ка. У вас же может быть что-то полезное, а?
Ребята, ну-ка. Ничего нету. Хорошо, у тебя. Патроны, вот это хорошо уже. Сенсор, аккумулятор. Везде взрывы, какие-то грохоты, господи. Это, наверное, самое худшее просто, что может произойти здесь. Я не знаю, по-моему, тут уже вот этот весь... Так, уже весь этот реактор на ладан дышит. А прикиньте, если еще будут тут чужие... Ой, нет, 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 я не хочу об этом знать, я хочу просто думать, что их нет тут. Давайте. Чё, мне здесь надо перезагружать, что ли? Подождите, а где? А, так это... Чё-то я не понял. Ну, ладно. Смотри, какие электрические разряды. Блин, мне тут страшно находиться, честно говоря. Да вы шу... Вы смеетесь вообще. Издеваются надо мной. Нету рядом никого. Так, где-то должен быть. Окей. Еще где? Вот он. Все, отлично. Одна есть. Еще? Так. Продолжаем по кругу все это дело. Пускать. Фаер. Кстати, можно было фаер использовать. Так. Отлично. И перезагрузить теперь ядро альфа. Ну, такая же схема, в принципе. Все стандартно. Это жесть. Просто жесть, ребят. Реально, я чувствую себя каким-то... Нужна аптечка. Доза нужна, шернуться нужно. Потому что нормальный любой человек не пошел бы на это вообще. Только наркоман какой-нибудь. Да вы шутите. Так, раз, два. Клавиши надо держать. Давай. Да нажимай ее. Все, окей. Дальше, 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 дальше. Теперь игру альфа включить. Не сюда? А куда? А. Ну да, ну да. Просто думал по цепочке, так, по кругу тут. Как наподобие сильном бета было, но нет. Брать ограничитель. Так, вот оно. Вот оно. Две сразу, видали? И вот оно. Дайте энергию к центральному ядру. Ой, да вы запарили. Вы реально запарили. Смотрите-ка. А, нет. Оказалось. Сейчас, по-моему, еще больше взрывов стало. Ну, блин, тут однотипные рубильники. Начать очистку с консоли реактора. А это где? Ой, как вы запарили. Ну ладно, 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 все. Минуем. Вперед. Бежим. Ой-ой-ой-ой-ой. А ребята подкрепление вызвали. Да ё-моё, косой. Офигеть, они еще и горят. Вот это эпик. Так, сзади никого нету. Стой, стой, не стреляй, не стреляй. Не смог. Короче, если... Походу я задержусь здесь также. Со мной будет примерно то же самое. Ой-ой-ой, какой ужас. Быстрее. Вроде жизни не отнимаются, но... Это эпик. Ребят, вы согласны, что это вообще какой-то дичайший просто эпический момент? Так. Я не вижу никакой консоли. Не сюда надо вообще, нет? Начать... Консоль, где она? Она наверху? Она, наверное, наверху, да? Ну-ка. Нет. Ничего не едет никуда. Что мне сделать надо? Блин, это аварийный выход. А
Где она? По-моему, консоль там наверху. Может быть, недостаточно энергии. Так. Ладно, что мне делать? Тут ничего нету. Я не знаю. Ребята, у меня какие-то проблемы, по-моему. Ладно. Да нет. Дверь заперта? В смысле? Вот она. Понятно. Все, окей. Допер. Давай, Рипли, быстрее, родная, ты сможешь это сделать. Ты просто сможешь это сделать. Ты умница, такая умница. Такое пережить ад. Вся в мамку пошла. Так, ну если раньше не выбрались эти чужие, значит они и сейчас не должны выбраться. Согласна? Так, запустить аварийную. А, 24. Чё, всё? Я сделал это? Рикардо, сейчас я спалю гнездо. Держись. Вот, всё. Так, сохранения нету? Нету. Ну, в принципе, давайте. Офигеть. Давай. Жарить их, хватит всех. Вот это офигительный момент вообще. Ой, чужой. Смотри, их сколько. Вау. Пипец, их просто тысячи. Сотни, точнее. Куда? Ой, мать твою. Биологическая угроза. Биологических организмов в разных областях станции. Отмечены перебои с подачей энергии. Ну, что? На станции еще остались твари. Черт. Прости, Рикардо. Ты только возвращайся скорее в штаб, ладно? Пожалуйста. Жесть. Вернуться к Рикардо. Ну, короче, что я хочу сказать. Все плохо очень. Если все... С этих тварей много. Так, открывайся. Дайте мне сохранение, пожалуйста. Погоди-ка, Рипли, тут что-то странное. Да? Беги в госпиталь, скорее. После того, что ты сделала с реактором, все системы на станции начали перезагружаться. Освещение, транзитная линия, возможно, даже связь. Короче, это наш шанс. Беги быстро. Так. Времени у нас мало. Я спускаюсь с Сиксом Телеком. А, я понял. Я на транзитке уже. Да? Да. Мне надо сюда, походу, да? Ну-ка. Попасть на станцию. Транзита ИС. Походу сюда, да? Ну, другие-то системы не работают. Значит, сюда. У вас... А, вон сохранение. Фух, ну мы это сделали. Я думаю, это шикарный момент. Для того, чтобы сесть в транзит и укатить быстрее отсюда. Ну уже, возвращайся к транзиту, господи. Я боюсь каждого шороха, поэтому прячусь. Еще транзит, ну, вы сами знаете, что транзиты здесь ездят очень медленно. Вас скорее чужой успеет кусить за все ваши выступающие части, чем транзит приедет первым, блин. Вагон следует до научно-медицинской. А мне туда надо? Подождите, может вызвать этот транзит? Я хочу просто проверить, куда он идет. Этот транзит открыт, ладно. Мы сохранились, в принципе. Чё? А, тоже идет, типа. А хотя подожди, Лоренс Сис. Скайми Тауэр. Лоренс Систеч Спайр. Уважайте других пассажиров. Не мусорите в вагонах.
сервис офлайн. Сейчас мы... Ну... Походу, вот это место назначения тут... Я даже не знаю, вот честно говоря. Вагон следует до технобашни Лоренс. А мне куда надо? Попасть на станцию транзита ИС. ИС? ИС чего-то, что ли? Просто будет не очень хорошо, если я приеду не туда. А, технобашня, подождите, госпиталь у нас где? Научно-медицинская? Ну, конечно, сюда. Ой, господи, думал, чужой. Все, нафиг. Я валю отсюда. Ух. Это было, конечно, эпично. Знаете, я думал, мы в гнезде побудем чуть подольше. Может быть, даже увидим какую-то что-то вроде матки. Но, слава богу, этого не произошло. Иначе бы я вообще... Я бы свихнулся бы. Так, надо перезарядить батарейки. Потому что я иногда забываю это делать. Карта, я в госпитале. Ты добрался до центра связи? Да, но слишком поздно. Апола успел очухаться и снова вырубил внешнюю связь. Ну вот. Так зачем ты меня сюда послал? Переходим к плану Б. Я видел на мониторах, что к станции подходит корабль. Думаю, это Анасидора. Наверное, Марло успел выслать коды автопилота. Ну, когда связь ненадолго включилась. Надо на него попасть. Он причалил? Нет, но стоит рядом. Иди к шлюзу госпиталя, там челноки. Далеко на таких не улетишь, но до корабля дотянешь. Ясно. Ну так что, на этом я предлагаю завершить нашу очередную серию. Чужие нас ждут, друзья. И, по-моему, у меня такое предчувствие, что их будет не явно не одна штука. То есть это будет вообще эпик какой-то, потому что... Все движется к завершению, это уже ясно. Но когда будет это завершение, я не знаю. На этом все, с вами был Влад. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, если это так. И ставьте лайки и оставляйте комментарии. Вот и все, что я вам на сегодня хотел сказать. Увидимся в следующих сериях. Всем пока.